Профессиональный праздник. В Армавире в торжественной обстановке поздравили медицинских работников. Незаконная вырубка. Расследование по поводу уничтожения ценных деревьев в Кубанском лесу продолжается. Новая экспозиция. Выставочный зал дома Дангулова ждет болельщиков и всех, кто интересуется футболом. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30. А также в любое время на сайте городармавир.ру.